Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с коллективом видновской дирекции киносети. В организацию входят кинотеатр «Искра», газета «Видновские вести» и телеканал «Видное ТВ». На предприятии трудится около 100 человек, основная задача которых – обеспечивать актуальной информацией населения муниципалитета. Работа у вас беспокойная, как и у нас, потому что и мы, и вы, мы работаем с людьми. Человек – это самое непредсказуемое из того, что есть. Газета – это телевидение, и в каждом из этих моментов такой тяжелый, каждодневный труд, в котором вы находите творчество, реализацию, соответственно, удовольствие. В ходе встречи были подведены итоги работы за год и поставлены задачи на следующий. Также сотрудники могли задать главе интересующие их вопросы. Какое будущее ждет нашу газету? И будет ли сохранена ее бумажная версия? Газета 100% будет в бумажном виде, потому что тот наш ядерный электорат, назовем его так, те, кто ходит на выборы и обеспечивает в том числе результат нужный, он читает эту газету. В завершении встречи сотрудникам организации были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.